Я думаю, что идеи, они не могут каким-то насильственным образом возникать, да, они приходят. Приходят, когда в них есть необходимость. Я думаю, что если нам необходима некая национальная идея, она со временем обязательно придет. То, что мы ее сейчас мучительно пытаемся, ну, я не знаю, там, родить, я думаю, что это достаточно бессмысленно. Ничего нет бесперспективнее, нежели вот какие-то попытки найти то, что, что сейчас не поддается какому-то логическому обоснованию. Вот. То есть очень сложно придумать то, чего нет.